Итак, встречаем местных ребят. Ребят, привет, как дела у вас? Давай знакомиться, как зовут? Кирилл. Кирилл, меня Костя зовут. Ну, расскажи мне про жизнь в Темрюке. Вот все тебе здесь нравится вообще? Иногда все, иногда не все. Вот нравится мне то, что тут красивый центр у нас. Можно где погулять. Также у нас довольно хорошие тут улицы, хорошие школы, хорошие магазины. И вот я бы советовал сюда приезжать из-за того, что тут у нас море, Черное, Азовское. Ну и, в принципе, у нас хороший город, летом не так сильно жарко. Вот такая вот приятная молодежь. Не часто встретишь ребят, во-первых, которые умеют говорить, которые приветливые и которые вот так вот любят свой город. Так что Темрюк, как мы видим, достаточно благоприятный город. Так что ЖК Азовский, я уверен, это то, что надо для тех, кто хочет быть на двух морях. На Азовском, на Черном и, конечно же, в городе, где приятные люди.